Как отрезать кусок веревки, если для этого у вас нет абсолютно ничего подходящего? Думаете, это невозможно? Ошибаетесь, это довольно просто. Возьмем для примера вот такую веревку. Плетенку с сердечником в виде шпагата внутри. Очевидно, что моих сил не хватит, чтобы ее просто разорвать. Но зажмем ее ногами и выгнем место предполагаемого разреза вот таким образом. Конец веревки проденем через место предполагаемого разреза вот так. Дальше все очень просто, смотрите сами. Немного усилий, и нужный кусок веревки у нас в руках. Теперь попробуем повторить то же самое с веревкой потолще. Ау, я сам себя поднимаю. Вышло немного похуже, но все-таки вышло. При том, что эта веревка была гораздо толще, а внутри у нее был двойной капроновый шнур. Так что отрезать нужный кусок веревки буквально голыми руками — это просто.